Привет, друзья! Сегодня у нас будет с вами легендарная задачка про улитку, которая ползет вверх по столбу. Итак, за день улитка залезает вверх по столбу на 3 сантиметра, а за ночь, уснув, спускается на 2 сантиметра. Высота столба у нас 1 метр, ну, если сразу перевести в сантиметры, получится 100 сантиметров, да? А наверху лежит вкусная конфетка, которую хочет скушать улитка, поэтому ей уж точно нужно добраться до верха. И вопрос, через сколько дней улитка ее достанет? Ставьте на паузу, думайте над этой задачкой, в принципе, несложной, да, но весьма такой запутанной. И давайте посмотрим, как решить можно эту задачу через уравнение и без уравнения. Итак, давайте сначала попробуем решить ее через уравнение. Допустим, x – это у нас наше искомое количество дней. Тогда давайте порассуждаем и посмотрим. Ну, давайте я вот тут сотру 100 сантиметров, мы это запомнили. А за первый день она у нас проползает 3 сантиметра. Так? А каждый последующий день она у нас проползает по 1 сантиметру, получается, так? Вот он, это дополнительный сантиметр, потом она сползает и опять проползает. И вот каждые следующие сутки она проползает, каждый следующий день проползает всего 1 сантиметр, так? Но это как бы на второй день, да? То есть во второй день она еще плюс сантиметр, еще плюс сантиметр и так далее. То есть количество дней у нас должно быть на... Количество сантиметров, которые она проползет со второго там по последний день, это x минус 1, потому что первый день мы уже с вами посчитали, это 3. Ну и всего она должна проползти 100 сантиметров, так? Раскрываем скобочки, получаем 3 плюс x минус 1 равняется 100. Откуда 3 минус 1 это 2, значит x равняется 100 минус 2 и равняется 98. То есть ответ 98 дней. Так, но давайте решим эту задачу еще и без уравнений, простыми рассуждениями. Итак, это был первый способ, да? Второй способ. Из условия задачи известно, что улитка за день поднимается на 3 сантиметра, а потом спускается на 2 сантиметра. Так давайте мы с вами найдем, через сколько суток улитка окажется на расстоянии 3 сантиметров от вершины. То есть найдем, за сколько она дней преодолеет вот это вот расстояние. А потом еще за один день она пройдет 3 сантиметра и окажется на вершине. Так, согласно условию задачи, высота столба у нас 1 метр, то есть 100 сантиметров, а значит вот это вот расстояние это 97 сантиметров. Так, учитывая то, что за сутки она фактически поднимается всего лишь на 1 сантиметр, это мы только что сейчас разобрали, да? Значит, для того, чтобы подняться на высоту 97 сантиметров, ей потребуется сколько? 97 суток. Так, ну и последние 3 сантиметра она преодолеет за один день. Вот, собственно, такими несложными рассуждениями мы с вами получили ответ 97 суток и один день. Тут мы получили с вами 98 дней. И формально, ну, это не одно и то же, да, потому что сутки это день плюс ночь. Но в задаче нас спрашивают, через сколько дней, именно дней, улитка достигнет конфетки. Поэтому можно считать ответ 98 дней тоже правильным, да, но вот этот вот он даже, наверное, точнее. Если оба решения были понятны, ставим лайк. Если что-то было непонятно, пишем в комментарии, что именно непонятно. Или если у вас был какой-то третий вариант решения свой, тоже пишите его в комментариях. И не забываем, что у меня есть еще и Telegram. Ссылочка на него в описании к этому видео. Все, друзья, пока, до новых интересных задач.